А что, на каком основании вы меня... А на каком основании, а вы здесь, на каком основании вы здесь находитесь? Вопрос, я нахожусь на основании. Здесь дебаты. Садитесь в первый ряд и участвуйте. Вот сюда садитесь. Гостевое место. У вас сейчас монолог. Я представляю, что вы выбрали политическую силу, которая представлена в парламенте. Мы уже на телевидении выставили свое мнение. Другого представителя радикальной партии Олега Ляшка сюда не сочла, но меня выбирали. На сегодняшний день пресс-конференции не проводятся, дебаты не проводятся только по одной причине. Потому что организаторы дебатов не хотят видеть лично меня здесь, присядьте. Вы считаете, что это не нарушение избирательного процесса? Вы считаете, что это не нарушение? Надо проверить, правильно ли вы часто вещества? Для того, чтобы дальше согласно регламенту озвучивать позицию политических партий относительно политических вопросов и ситуации социальных городов. Они сказали, Верзилов лично выйди, отсюда ты не имеешь права представлять здесь радикальную партию Олега Ляшка, поскольку ты не руководитель местной организации. Я говорю, в программе прописано, да, не являюсь кандидатом. В программе конференции прописано, что представители делегированы ниже, дальше читайте или читайте, читайте только то, что вам выдано. Ниже написано, в вашей организаторе пресс-релизе написано, что представители политических партий, я вас не доверенность, имеет право, я сам это мое, это моя бумага. Добрый, я вам Значит, я вам читаю, задле забеспечения.